Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал, хотя, наверное, правильнее сказать, добро пожаловать на канал ко мне и к моим коробкам. Их скопилось очень много, потому что меня не было дома полтора месяца. И я подумала, что в этой ситуации грех не снять видео с распаковками, потому что я знаю, как вы любите этот тип видео, а самое главное, я знаю, как я люблю этот тип видео смотреть на ютубчике, поэтому давайте начинать смотреть, что же тут есть. Вот я открыла первую коробку, и здесь я вижу свой обожаемый гель для душа. Гельчик для душа от Биодерма, это Атодерм. Все, что любит сухая кожа, есть в этом геле. Обожаю, обожаю, обожаю. Дальше у нас Дара. И тут у нас джинсовая рубашечка. Я обожаю джинсовые рубашки. Кажется, что это очень универсальная вещь. Даже не джинсовые рубашки, а джинсовые куртки. И вот поняла, что у меня нет именно джинсовой рубашки, которая такая будет классическая, без всяких аппликаций, обычного какого-то спокойного синего цвета. Так что теперь она у меня есть. Следующая посылочка у нас от... О, это от магазина Net a Porter. Что тут, я знаю. И это должно быть интересненько. Я пока была в Москве, сделала лазерную коррекцию зрения. И теперь я решила, что надо себя порадовать и купить солнцезащитные очки. Потому что до этого я носила исключительно одни солнцезащитные очки, потому что у меня в них стояли специальные солнцезащитные линзы с моим минусом. Мне это обошлось в такую приличную сумму, что я подумала, буду носить-ка я эти очки. Не буду покупать даже никакие вторые. Вот, так что 2 года я вот, наверное, носила только одни солнцезащитные очки. Они тоже были от фирмы Ray-Ban, но теперь можно попробовать что-нибудь новенькое. Так, у меня вот такие вот приколюшки. В них что-то трещит, и я не могу понять, что. И мне прям совсем не нравится этот звук. Как вам? Потому что у меня нет нигде здесь зеркала, и я не могу пока понять, как оно. Так, давайте поедем дальше. Это у нас были очки номер 1. И теперь очки номер 2. Так, что здесь у нас? Ага, вот здесь уже ничего не трещит. Здесь у нас очки, я, кстати, не сказала, как называется предыдущая модель. А непонятно, как она называется. Вот эта модель, я точно знаю, называется авиатор, но это не обычный авиатор, а это авиаторы, у которых обрезан низ. Опять же, как вам? Сейчас досниму это видео и пойду смотреться в зеркало. Следующая на очереди посылочка от Zara Home, на которой написано «Хрупкая». Посмотрим, что там. Так. Тут у нас силиконовые трубочки. Если вы думаете, зачем они мне, я сама не знаю. На них была скидка 80%. Я подумала, возьму, может быть, пригодятся. Так, дальше у нас очень много бумажки. И эта бумажка защищала ароматическую штучку для дома со вкусом gingerbread, то бишь пряника. Нет, пряника. Gingerbread. Пряничного печенья. Если честно, мне казалось, что я купила больше размера. Я даже только что приготовила шутку, что такой большой объем, что мне хватит до следующего Нового года. Но кажется, что моя шутка не к месту. Ну, откроем, посмотрим. Вернее, что посмотрим, понюхаем, но у Zara Home это стандартный запах. Каждый год он есть. И думаю, что в этом году он будет такой же, как и обычно. Теперь у нас мистер Портер. Мистер Портер – это мужской магазин онлайн. То же самое, что для женщин Net a Porter, но это мистер Портер. Но я на этом мужском магазине купила нечто универсальное. Не на магазине, а в магазине. Тут у нас конверсы. Я была уверена, что я купила другие. Вот это сюрприз, так сюрприз.
Но они, кстати, прикольные. Они как будто бы покрашены краской, но они правда покрашены краской. И есть бежевые оттеночки, какие-то светло-бежевые, голубенькие. В общем, такие вот приколюшки. Большая коробочка из Зары. Прикольно? Вроде ты заказывал, а вроде и не имеешь представления, что здесь вообще может быть. Судя по всему, не очень интересно. Черная футболка — раз. Белая футболка — два. Серая футболка — три. Детская футболочка. О, очень прикольные детские джинсики с аппликациями. Мини-шортики. Носки детские — раз. Носки детские — два. Носки детские — три. Белые кожаные кеды, веселые тряпочные кроссовочки. Нашла еще один пакетик от Zara. Ха-ха-ха. Ладно, давайте. Кофточка с оленями. Если вам кажется, что вы такое уже где-то видели, то да, вы это уже где-то видели. Вот что значит, когда делаешь много заказов в одно время. Еще одна детская футболочка. Серая футболочка. Черная футболочка. Какой-то скучный заказ. Если честно, я думала, что будет что-нибудь веселенькое у меня. Детская маечка. И еще одна детская маечка на лето. Если вы досмотрели до конца, молодцы, так и держать. Вы явно лучше продержались, чем мой крабик в волосах. Хорошего вам дня. Я пошла это раскладывать.